Так, тут нужно, наверное, перематывать, я так поняла. Карамельная. Да. Все? Как-то фасолька что-то постарела, мне кажется. И Вови Биг Тейсти. Биг Тейсти. Может, может быть. Давай, пупсик. Ты что, собака, вообще охерела? Может быть, просто цвет волос. Это мне просто сказали, нос надо сломать перед операцией. Вот, нарываюсь. Конечно, потрогай. Потрогай мою пушечку, мою пушечку. Все нормально. Хей, дружище, играешь в кс-очко в инвентаре одна фигня? Помогите! Подожди, Андрей! О, Андрюша, мне очень приятно, но у меня 9 хп! Подожди, Андрей, но я не могу сосредоточиться, пожалуйста, Андрей! А ты меня видела? Ебать, я посралась, но... Лови аптечку. Чё, как поиграли с Гинсушкой? Нормально. Гинсушка нормальная девчонка. У неё под пиздой одна есть пилотка. Так. Чё ты, Ксюш, сиськи показала? Ну ёбаный в рот, блин. Пиздец, эти стримерши заебали, якобы случайно полетели. Я это реально случайно. Ага, конечно. Он бы мне отдал бы права, и мне бы выписал повестку в суд. Или как это было? Он бы меня лишил бы на месте прав. Он бы тебя помурыжил час-два. Ты бы помурыжил, блядь, слышишь, час-два. Не, я побольше. Да ты дурак! Вы не слышите его, что он говорит? Так не шути. Минус гайка. Минус гайка давно уже, товарищи. Так это уже... Не, предложение мне-то сделал, понимаете, а не гайки. Ну и чё? У меня бассейна нет, буду купаться, блядь. Соска? Вань, не будешь купаться? Ебать ты, как моя бабушка. Ну, просто спасибо. Цвет помады такой, я для Максима покупала. Я эти скрин, мы такие вещи милашки. Ничего, у него помада потекла. Ну, Вадя! У меня такой злой взгляд, когда... Чё у меня, блядь? Ну губы немножко... Ебать реально Томочка, нахуй. Здорово всем! Так все умеют. Так умеют абсолютно все. А, подожди, он большой показывал. Так умеют абсолютно все. Она средний умеет показывать. А вот так не умеет никто. А вот так умеет все. Это реально показывает. Подожди, большой. А вот так никто. Это вообще магия какая-то. А так все. Понял. Так, сейчас, подожди. Ну, прости, ну я что могу поделать? А ты по винтам прыгаешь или что? Да, я тоже прыгнул. Ну, прости. Блин, Кирилл. Извини, я тебя запалил. Не прыгай, по винтам начали. Все, я уладил вопрос, как настоящий мужик. Прошу мое стримерское оборудование оставить Насте, а деньги с карты перевести моим родным в Озерске. А у вас когда-нибудь Анджелина Джоли просила 500 рублей? Да, ну это вот эта певица же, или кто это? Настоящая, да? Да. Приготовиться там сверху нажми. Это ну, настоящая этот, певица, актриса или кто он там? Настоящая, я вам базарю, пацаны. Подожди. На бутылку тебе что-нибудь вставить? Анджелина Джоли, певица из Украины. Да отпусти, ну всё. Ну не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Короче, ладно, я пошел в воду. Харькова.
Сейчас я вам покажу, кстати. Я решила, что я становлюсь амбассадором ЗОЖа, потому что я могу участвовать в любых рекламных кампаниях, любых спортивных залов, тренировок и прочее. Потому что вот так выглядит мое лицо, когда я закончила тренировку. Как видите, спорт — это жизнь. Спасибо, Ванечка. А где мой рейд? Я Охуеть. А где мой рейд? Ты, блядь, закончил стрим и не кинул на... И на кого ты... На что за мусор ты кинул рейд? На какой из мусоров? А, на бусер, понял. Нет, ладно, ладно, нормально. Ладно, тогда... Откат. Там бустер, что ли, стримит? Так. Бля, это было тоже. А кто так насрался, ей-богу, ужас. Падла ебаная. Давай. Чё, ты мне, что ли, будешь красить? Конечно. А, ты мой мастер, я инстасамка. Да. Блять, быстрее, долбоёб, нахуй. А какой это цвет? Я, блять, у меня вообще так шоу, блять, 21-го. Чёрный. Ты ебанутый. Давай, крась мне локти, блядь. Ну да, так-то да. Я такая моднушка. Андрей, они потекли. Блядь, ёбаный ты в рот ебучий. Пиздец. Не об юбку, еблан! Ну, блядь, мастер, сделай что-нибудь, блядь, еблан, нахуй! Тупоголовый, блядь, сука, оленевод, нахуй! Ты можешь ты заняться делом, нахуй, ты, блядь. Придурок, выблядок, блядь. Сука, идиот, блядь. Понарожает, блядь, ебланок, да, на. Памперсы не трогай, я на третьем месяце, мразь. Это мне подарили, блядь, на день рождения, уебище. Вот так, да. У меня нету лампы, поэтому очень долго высыхает. Да, вот так. Так, это к тебе относится. А ты сейчас ее возьмешь на цель, если не она запачкается? Нет. Сейчас, секунду, я волосы завяжу. Класс. Секундочку. Блядь. Чё? Долбоёбы, не поднимай ноги, пожалуйста. А я тебе дам, а я тебе вот эту рубашку дам. Тоть, а вы заметили, на мне новая подбес, подбесочка. Подбесочка. Как всегда. Как всегда, это возьму потом в Инстаграм. Пожалуйста. Новая подбесочка. Да, я Овен. Это Овен. Я сейчас готова разъебывать, если честно. Вы видите, какая я зряша? Сейчас в итоге обосрусь и ничего, я никого не разъебу. Ну, бля, все, Диман, не играй, пожалуйста, удали игру. Чел, я свою точку держал. Арин, а ну у тебя 8 тысяч, ладно, похуй, не сейв. Хотя лучше бы тебе засейвить. Да похуй, я сейчас ебну. Слева, слышишь. Вот бомба лежит перед ангаром. Фиолетовый, можешь бомбу пронести, Диман? Бомбу пронеси, Диман! Все, он дефузит будет. На дефолте. Через право, через право! Все, стреляй, стреляй! Я бы лишилась компа. Ну я не понимаю, ну как уметь стрелять в этой игре? Научите, пожалуйста, ну все, я... Блин, Арин, если тебя Симпл не научил, то никто не научит. Извини, конечно. Кто, если не Пимпл? Нет, это я уже видел, это у братишкина видел. А вот эту хуйню не видел, которую... Обновление. Ой, кому там сердечки шлёшь? Кому? Ваньку? Ваня шухерель, Ваня строго сердечки отправляет. А чё, нельзя Ваньку нахуй сердечко отправить, что ли? Да, мы ебёмся. Я знаю, мог бы не говорить. Ну вот, ну... это же можно показать? Это же нет ничего... Я даже не знаю. Это же трусики. Я сейчас, блядь, подарок сделал!
Ну это же, наверное... Ну если хочешь, можешь показать, конечно. Ну тут нет ничего такого, это трусики, блядь. Подожди, он, бля, у нас стримерши, они в бассейне, блядь, ну, показывай, купаются. Показывай, да. Как, куда нажать? Дай. Слон. Блядь, осторожно. У меня все, что потекло, всосалось бы обратно, если бы я увидела такие трусики. Да я... Он там что-то в руке кто-то держал. Нет, там... Вот эти, подождите, вот это когда... Меховые какие-то, спины точнее. Это на Новый год. Молния Маккуин! Какая такая была? Ой, извините. Блять, уёбки. Видела Синди в погоду. Верни мне модерку и редактора. Я понял свою ошибку из-за того, что ты сказал, что твоя пизда воняет. На самом деле она не воняет. Ты молодец. Блин, классная у нее подвеска. Ладно, хорошо. Облачко красное. Спасибо, что понюхал мою письку. Я лизал пизду Арине. Так вкусно было, хочу еще. А? Ай. А. Ну вообще у меня пища нормальная. На вкус, я думаю. Фу, какой кошмар! У тебя там ляшечки в пушке! Чувак, у тебя еще рыльце в пушке, чтобы фу писать. Водичка, мой сладенький. Мы киндер-пингви. Короче, я помню один раз, мне старшеклассник сказал, говорит, типа, если ты нихуя не знаешь, ты можешь попробовать, знаешь, когда, типа, никто не знает, ты можешь говорить, типа, я знаю, а, да, я не слышала. Потому что, ну, будут, значит, ты знаешь, и будут спрашивать других. Блять, я пришел на урок, нахуй. Ну, да. Спрашивают какие-то вопросы. Блин, хотите мы с Вадей, короче, я приеду, и мы с Вадей запишем видос и на Pornhub чуть выложим, хотите? Так, да, это тоже было. Тужимся. Видишь? Лучше! Лучше не иди, Молик, тихо-тихо! Дифусь, быстрей! Слева, молодец. Лучше! Слава богу. Не отпускай. Не отпусти, Арин, пожалуйста, только кнопку держи. Молодец, сердце не остановилось? Да, давай. Арин, как ты? Скажи что-нибудь. Понятно. Ну мне... Ты смотри, целая музыка итальяна, а там вообще Мэдисон сидит. Это реально Мэдисон сидит. Я тебе говорю, точно. Ну что? Ну, вот, смотри. Да? Это реально Мэдисон? Конечно. Серьезно? Нет? Да. Я не верю. Мы его видели. Это он? Конечно. Ты сказал, что не он? Кто знает. Ты сказал, что это не он. Напиши. Да ну пиздец, ну такого не бывает такого. Напиши. Да ну не бывает такого. А где он сейчас? Это где? Напиши, спроси, ты там сидишь? Да не, ну в смысле, мы приехали, вообще ни с кем не согласовали. Мы идем куда-то непонятно куда, окей, в центре. Да, и тут Мэдисон. Говорит, приезжайте в пиццерию Лимончелло. Сука. Ну, значит, это был он. Ну что, пойдем туда? Ну, хочешь, пойдем. Посидим? Ну, пойдем. Это какая-то череда непонятных событий, господа. Оказался 5 минут от тебя, я увидел стрим. А я увидел типа тебя и говорю, смотрите, Илья сидит. Да, там видно было. Ну ладно, было приятно. Всем привет. Мы зайдем к тебе? Ну потом. Да, без стрима. Без стрима. Там все-таки такая. Давай. Атмосфера. Не заболей. Понятно.